Всем привет, дорогие зрители! Я нашел еще одну очень хорошую квартиру, двухкомнатную, прямо на Барбароссе, около моря. Здесь почти конец Махмутлара. Есть очень хороший комплекс, вот такой красивый. Хочу вам показать. Вот он. Тут на 6-м и 5-м этаже продается двухкомнатная квартира. Сейчас я пройдусь в проект и покажу вам всю инфраструктуру. Так, вот. Здесь парковочные места. Вот. Тут парковочные места. Есть генератор. Детская игровая площадка. Вот. Ухоженный сад, консьерж, садовник. В цокольном этаже присутствует вся инфраструктура. Я пока сниму вам бассейн, покажу вот этот большой бассейн, просторный. Вот. Есть аквапарк, мини-бар, джакузи. Или... Да, это джакузи, а с той стороны также есть и детский бассейн. Зона барбекю. Прямо у дороги, где стыкается Ататюрк и Барбаросс, находится этот проект. Та квартира, которую я сейчас буду показывать, прямой вид на море. Ага. Сейчас я пойду, спущусь вниз. Проект сдан в 2017 году. Пардон, Авиджи, Шарабакма, Аяклартемис. Оп. Не будем пачкать. Видите, свет сам включается, увидев меня. Здесь вот такое лобби по лесенкам. Вот тут присутствует инфраструктура. Так, можно на лифте спуститься, но пока пришлось бы ожидать. Включили свет. Теперь я хочу вам показать всю инфраструктуру, которая расположена в этом комплексе. Начну я с той стороны. Здесь расположен у нас кинотеатр. Вот такой кинотеатр. Левее от меня фитнес-салон. Такой фитнес-салон. Айдату это резиденция 250 лир. Так, здесь сауна. Здесь вроде ресепшн, барная стойка, не функционирует. Здесь турецкий хамам, турецкая баня. Интересный мрамор такой, коричневый. Здесь озолоченное все. Есть также римская парная маленькая. На одного человека встал, опалился. И вышел. Здесь джакузи. В этой стороне у нас раздевалки, туалет, душевые кабинки. Кабинки, туалет. И в той стороне женский, мужской. А здесь у нас детская игровая комната. Вот такая детская игровая комната для детей. Все.
Сейчас я поднимусь в квартиру. Тут продаются две квартиры. Одна на 6-м и одна на 5-м этаже. Вызовем лифт. Короче, лифт вниз не спускается. Нужно приподняться на первый этаж и также подняться на 6-й этаж. Я поднялся на 6-й этаж. Вот тут такой коридор. Квартира расположена справа от меня. Вот такая пустая квартира. Также на 5-м этаже снизу этой квартиры продается еще одна квартира двухкомнатная. Тут 68 квадратных метров. Вот такая вот здесь кухня-гостиная. Высота потолка это 2 метра 70 сантиметров. Гипсокартон. Присутствует кондиционер. Вот. Здесь встроен шкаф глубокий. Сюда водонагреватель устанавливается. Вроде есть доводчик. Так, здесь санузел. Такой тоже не маленький. И с правой стороны от меня располагается наша спальня. Вот такая спальня, где-то 8 квадратных метров. И маленький французский балкон. Вам можно сказать, что вообще нет с видом на море. Вот отсюда 120 метров до моря. Выйду я на балкон кухни-гостиной. Вот такая здесь кухня-гостиная. То есть выход на балкон с кухни-гостиной. Кондиционер установлен на балконе, как бы сделали отдельное местечко. Так, видно крепость Алании. О, крепость Алании. Тут парк, вид никогда не закроется. Тут ничего не построят. Если что, в будущем разрушат это когда-нибудь, неизвестно когда. Построят там высокая этажка. Вот магазины все рядом на Барбароссе. Здесь стыкается дорога, улица Ататюрка и Барбаросса, как вы заметили. Дорогие зрители, хочу подытожить итоги о этой квартире. Значит, эта квартира располагается в почти конце Махмутлара, в начале Каркаджака. Тут до моря 120 метров. Айдату в этой квартире 250 лет, 68 квадратных метров, на 6-м этаже. Эта квартира также есть на 5-м этаже. Инфраструктуру вы уже увидели. Большой бассейн снаружи. Есть парковочные места, генератор, сауна, кинотеатр, ну и тому подобное. Цена этой квартиры 58 тысяч евро. Цены одинаковые, просто этажом ниже. Будет интересна эта квартира, пишите, звоните по номеру, который указан в описании этого ролика. Ставьте лайки, делитесь информацией, подписывайтесь, комментируйте. С вами сегодня был Агаси из солнечной Алании. Все, всем пока-пока.